Сегодня у центра семьи Казан свадьба, но необычная. Свои отношения узаконили енот Фырка и енот Тихофанни. Это талисманы хоккейной лиги для детей с ограниченными возможностями. На свадьбе и гости – ростовые куклы всех клубов КХЛ. И какая же свадьба без гуляний? Их талисманы устроили на катке парка «Черное озеро». На лед вышли полтора десятка костюмированных кукол. Здесь и представители зеленого дерби, местная из Барс и куница из Уфы. Очень все круто. Спасибо Казань за гостеприимство. Мы приедем еще раз сюда в плей-офф и выиграем. Собирать пушистых символов всех команд КХЛ давно стало традицией лиги. Но программа мероприятий и развлечений каждый год отличается. Например, в этом году для жителей и гостей города подготовили такие игры, как «Кто быстрее, пятнашки» и «Перетягивание каната». Редкий хоккейный матч обходится без потасовки. Вот и сегодня персонажи устроили шуточную рукопашную прямо на льду. Тигренок из Хабаровска, грозный сибирский снеговик, сочинский леопард Лео и многие другие. Их появление на льду вызвало у публики настоящую радость не только у детей, но и у взрослых. Удалось познакомиться с талисманами разных команд. Я даже не знала, что так много команд и такие разные у них талисманы. Хороший культурный отдых. Такого очень такого российского масштаба и европейского, можно сказать. Я люблю команду от Барса, я за нее уже много раз болел. И даже ходил на первый финал. Гостей веселили не только забавами. Для собравшихся приготовили интерактив. Самые удачливые получили билеты на мастер-шоу «Звезд КХЛ». Да, честно говоря, больше наугад. Пару неправильных ответов были и выбрали талисмана «Металлурга» и угадали. Сегодня приключения талисманов не заканчиваются. Завтра у маскотов особенная миссия. Они посетят социальный приют для детей «Гаврош». Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.